Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по четвертой книге «Царств». Сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Озия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год, и взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. Здесь мы видим, что роль Ассирии, она только усиливается. Ассирия, она начинает уже пленять царей еврейского народа. И первый в плен как раз попадает царь израильский, потому что израильские цари, они наиболее последовательно нарушали волю Божию. Если среди иудейских царей там все-таки встречались люди, которые или совмещали праведность с грехами, или просто были праведными, то здесь как бы вот поголовное такое отступление от путей истины и в результате пленения. Вполне возможно, что царь Израиля, он думал о Египте, что Египет может помочь. Как в свое время россияне смотрели на Америку, как на некого бога, и думали, что вот Америка, она нам поможет. В 90-х годах была такая эйфория по поводу того, что мы будем жить так, как живут они. Но Бог наказывает людей их идолами и делает так, что те страхи, которые люди испытывают, они реализуются. Этот царь боялся ассирийцев, поэтому готов был предать себя в руки египтян, но был Божий запрет никогда не возвращаться в Египет. И более того, у пророков сказано, что Египет – это трость надломленная, если ты на нее оперешься, она пронзит тебе руку. То есть ничего хорошего в этой оккультной цивилизации Египта не было. «И пошел царь ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года. Мы видим, что начинается тотальная война ассирийского царя против Израиля. И первый падает Самария. В 9-й год Осия взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах медийских». То есть происходит уже второе переселение народа Божия в Ассирию, более массовое, и грядет вавилонское пленение и на Израиль, и на Иудею. То есть это были очень тяжелые времена. Самария – это знаковое место. Мы знаем, что оттуда происходят самаряне. И вот святитель Иоанн Златоуст пишет: «Следует сказать, откуда произошли самаритяне, потому что все это место называется Самарией. Откуда же они получили свое название? Сомурон – название горы по имени ее владельца. Как и Исаия говорит,
и глава Ефрема Сомурон. Впрочем, обитавшие там назывались не самаритянами, а израильтянами, но в течение времени, когда они оскорбили Бога, то в царствование Факея Феглав Валасар пришел и захватил многие города, и напал на Илу, и, умертвив его, отдал царство Осии. Затем Салманасар пришел, захватил другие города, обложил их данью и налогами. Оси же сначала уступил, но потом отложился от его власти и прибегнул к помощи эфиоплян. Ассирийский царь узнал об этом и, придя с войском и разбив их, из подозрения подобных восстаний уже не позволил народу оставаться там, а отделил их в Вавилон и Мидию, и оттуда из разных мест привел другие народы и поселил в Самарии, чтобы впредь обезопасить свою власть в стране, занятой уже верными ему жителями. То есть самаритяне – это не евреи. Самаритяне – это те народы, которых привели языческие цари и поселили в Самарии вместо переселенных оттуда сначала в Ассирию, потом в Вавилон евреев. Тема самарян, она для нас очень интересная тема, потому что Христос будет общаться с самарянами. Мы помним разговор Христа с самарянкой у колодца, и самаряне будут массово обращаться в Христову веру. И вот это происходило в 9-й год Осии, когда царь ассирийский взял Самарию и переселил израильтян в Ассирию. «Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города». Сторожевая башня – это пограничная территория, укрепленный город – это то, что находится в центре той или иной области, и везде были жертвенники языческим богам. «И поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». Вот это выражение мы уже обсуждали, это, конечно же, не надо понимать буквально, под всяким тенистым деревом нельзя поставить всякие изображения, там, жертвенники. Имеется в виду, что они пользовались любой возможностью. Это такое, как бы, выражение. «И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. И служили идолам, которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Юду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которую я заповедал отцам вашим и которые я преподал вам через рабов моих пророков». Вот это удивительная такая деталь. И мы касались этого вопроса. В Израиле все-таки было больше пророков, чем в Иудее. И, похоже, это было связано с тем, что отступление Израиля от Бога, оно было более тотальным. Поэтому Господь умножал количество пророков, которые пытались все-таки образумить этих людей. Если в Иудее все-таки был храм, были там левиты, совершалась служба, конечно, там тоже хватало отступничества,
Но вот в Израиле вообще была плохая ситуация. В конце концов, они потеряли эту землю, израильтяне. И сохранялась только Иудея, такая одинокая Иудея с Иерусалимом и с храмом. Итак, Господь посылал пророков. Но какая же реакция была на пророков? Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего. Как и сейчас, многие не прислушиваются к старцам, которые предостерегают народ. Мы знаем предостережение святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, который предсказал и революцию, и кровавую гражданскую войну. Мы знаем предостережение некоторых новомучеников, те предостережения, которые нам оставили оптинские старцы. Но люди как-то это все пропускали мимо ушей. И презирали уставы его, то есть Господни уставы, и заветы его, то есть Божий завет, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились. Суета – это как раз и есть идолопоклонство, то есть действие, которое не приносит ни какого блага, поэтому называется суетным. И вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы они не поступали так, как они. То есть они пошли вслед окрестных народов, а давайте вспомним, в книге Второзакония сказано, что если бы евреи соблюдали бы закон Божий, живя на святой земле, то окрестные народы должны были бы увидеть какие-то совершенные законы и прийти к евреям и сказать, какой у вас великий Бог, какие законы. То есть миссия заключалась их в том, чтобы стать народом-светочем и окрестные народы привести к заповедям Божьим. А они, напротив, перенимают образ жизни окрестных народов. То есть они делали все наоборот. Итак, они ходили вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего. И сделали себе литые изображения двух тельцов. Это то, что делал Иеровоам, сын Наватов в Израиле, чтобы не ходили в храм. И устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, то есть звездам, солнцу, луне, это имеется в виду, под воинством небесным, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, это, похоже, культ Молоха, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его. То есть они уже нарушали все заповеди. Здесь это говорится как бы неожиданно, то есть они достигли некого предела. И этим как бы объясняется, почему Господь попустил им оказаться в пленении от ассирийцев. «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». То есть еще сохраняется Иерусалим, еще сохраняется храм, все колена отпали, кроме колена Иудина, и, конечно же, левитов. Потому что левиты всегда они сохраняли особую верность Богу. И Иуда тоже не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. То есть оставалась еще только Иудея, но она тоже была больна. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего.
То есть приближается как бы тотальное уничтожение этой земли, ее захват и то, что называется Вавилонским 70-летним пленением. И посмотрим, какой комментарий нам предлагают отцы. Киприан Карфагенский пишет: «Священное Писание показывает важность единства. В книге Царств, когда колено Иуды и Вениамина сохраняет верность Богу, а от них отделяются 10 колен, которые, оставив своего царя, то есть царя из дома Давида, ставят себе другого. И отвратился Господь, говорит оно, то есть Священное Писание, от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иерваама, сына Наватова, и отклонил Иерваам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех». И так сказано, что Господь отверг их и предал на погибель, потому что они пренебрегли единством и воцарили над собою чужого царя. Собственно говоря, гибель мира будет обусловлена этой же причиной. Когда в планетарном масштабе люди воцарят над собой другого царя вместо Христа, а другой царь вместо Христа – это антихрист, нечто противоположное Христу, царю, и тогда придет конец этому миру. Киприан Карфагенский пишет: «И столь велико было негодование Бога по отношению к тем, кто вносили раскол, что даже когда человек Божий отправлен был к Иерваму, чтобы укорить его за грехи и предсказать будущее отомщение, ему запрещалось есть хлеб и пить воду среди них». И мы помним, действительно был такой запрет. «И так как он не удержался и ел вопреки повелению Бога, то тут же и был поражен величием божественного суда, ибо на обратной дороге на него напал лев и убил его». Об этом мы уже читали. «Разве отважится кто-то из вас сказать, что животворная вода крещения и благодать небесная могут быть общими с раскольниками, с которыми общими не могут быть даже ни земная пища, ни мирская вода?» То есть Киприан Карфагенский, он не признавал крещение раскольников. Хотя другие отцы допускали, что это крещение. Киприан Карфагенский далее пишет: «И более Господь в Евангелии своем открывает нам великий свет разумения в том, что те самые мужи, которые отделились от колена Иуды и Вениамина, оставили Иерусалим и перешли в Самарию, должны числиться среди непосвященных и язычников». То есть трагедия Израиля, то, что они оказались согнанными собственной земли, они отделились от дома царя Давида. И они сами таким образом предали себя в руки своих врагов, они стали поклоняться языческим богам, и Господь переселил их туда, где только и были эти капища. «Израильтяне отторглись», читаем далее с 21 стиха, «от дома Давидова и воцарили Иерваама, сына Наватова, и отклонил Иерваам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех». То есть раскол – это всегда великий грех. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иерваама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих, пророков, и переселен Израиль,
из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». То есть человек, который писал эту книгу, он был как бы современником этих событий. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Имафа, из Сепарваима и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. То есть царь ассирийский приглашает людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Имафа и других языческих мест поселиться в Самарии. И именно из этих людей появятся самаритяне. «И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их». То есть произошло как бы переселение народов, евреев прогнали оттуда, туда поселили вавилонян, ассирийцев, и стали на них нападать львы. «И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». Вот это такой интересный парадокс. Язычники считали, что у каждой земли есть свои боги. Если евреи потеряли свою землю, они плохо чтили своего бога. Они стали чтить чужих богов и оказались на чужбине. А вот туда завезли вот этих гастарбайтеров всяких. Они должны обживать эту пустую землю. А тут львы начинают нападать. И ассирийцы думают: наверное, вот этим переселенцам надо как-то договориться с местным богом. «И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, то есть еврейского священника, левита, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа». То есть получается то, что Бог прогоняет евреев оттуда, потому что они забыли его закон, туда селят каких-то язычников, какой-то сброд, нападают на них львы, и царь ассирийский, умный человек, говорит: пусть они договариваются с Богом этой земли, вот пошлем священника. И приезжает туда священник и начинает учить их закону Моисееву. И они становятся герами, то есть людьми, которые принимают иудаизм. Но надо сказать, что самаряне, они не сохранили иудаизм в таком вот чистом виде. А далее мы читаем: «Притом сделал каждый народ и своих богов». То есть, видите, у них двоеверие. Как бы они, да, они поняли, что есть бог этой земли, Эрец Исраэль, земли Израиля, но при этом не забывали своих богов. «Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот Бенов, кутийцы сделали Нергала, то есть своих богов, имафяне сделали Ашиму, авицы сделали Нифхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху». То есть они приносили в жертву своих сыновей на огне некому Адрамелеху, идолу, и Анамелеху, богам сепарваимским. «Между тем чтили Господа». То есть у них логика была такая: чем больше богов, тем лучше. «И сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили», то есть бога
истинного. И богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выселили их. То есть тут уже было такое как бы классическое двоеверие. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому он дал имя Израиля. На самом деле самаряне со временем все-таки оставили других богов, потому что когда они прожили там значительное время, они уже исповедовали только веру в Бога Авраама, Исаака и Иакова. И до сих пор сохраняется известное самарянское пятикнижие, это главная священная книга самарян. Самаряне до сих пор там живут, но это очень маленькое племя, и придерживаются заветов своих предков. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им». Вот это как бы первый случай, когда мы видим замещение как бы еврейского народа какой-то другой этнической группы. Да, Господь заключил завет с потомками Авраама, Исаака и Иакова. Но мы читаем далее. «Но Господа, который вывел вас из земли египетской, силой великой, мышцы простертой, его чтите». Эти слова были обращены к евреям. «И ему поклоняйтесь, ему приносите жертвы, и уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных». Вот видите, повторяется эта мысль: «И не чтите богов иных, и не чтите богов иных. Только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от руки всех врагов ваших». Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. А здесь получается, что эти слова как бы касаются уже и самарян. Хотя здесь говорится о тех, кого Бог вывел из Египта. Оттуда он самарян не выводил. Он вывел оттуда евреев и немногих египтян, которые к ним пристали. И опять мы читаем об духе отступления. «Народы сии чтили Господа», то есть речь идет и о израильтянах, и о самарянах, о новом народе, «но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их». То есть автор этой книги жил во времена, когда это двоеверие еще не было преодолено. По крайней мере, очень ярко оно проявлялось у самарян, которые, переселившись на святую землю, они притащили туда свои суеверия, свои языческие представления, построили свои капища и чтили своих богов. Хотя при этом изучили закон Божий и чтили Бога этой земли. Но Бог Авраама, Исаака и Иакова – это не только Бог Эрец Исраэль. Наш Бог, он же Бог на небе и на земле. И вся земля – подножие ног его, все ему принадлежит. Но люди тогда склонялись больше к языческим богам, культы которых были связаны со стихиями природы. Им казалось так легче договориться с Верховным Богом. Итак, сегодня мы прочитали 17 главу. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 18 главу этой книги.